День морской пехоты прошел в Доме офицеров флота. Губернатор Приморского края поприветствовал военнослужащих и их семьи, отметив, что знаменательное событие «День морского пехотинца» откликается в сердце каждого приморца. Служба в морской пехоте – одна из самых престижных. Она объединяет три стихии – море, сушу и воздух. Поэтому здесь служат самые мужественные, отважные и бесстрашные люди. С тем, чтобы пройти такой отбор, необходимо иметь хорошее качество спортсмена, грамотного человека, человека, который готов отдать свою жизнь за Родину. В торжественной атмосфере старших матросов состава 155-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Александра Букина и Максима Веренчикова наградили знаком Приморья за заслуги. Мы ждем наших ребят домой с победой. И, безусловно, позаботимся обо всех, кто может себя найти в мирной жизни. В ближайшее время мы примем ряд законов краевого законодательного собрания, которые позволяют адаптироваться тем ребятам, кто достойно прошел службу, кто имеет ранения по трудоустройству, их уже на гражданской работе, гражданской жизни. Это наш долг, и мы будем его выполнять. Олег Кожемяка и Виктор Лиина осмотрели выставку, посвященную спецоперации. Одним из главных ее символов стал Чуба – талисман и боевой товарищ морпехов. Торжественный вечер завершился праздничным концертом, на котором лучшие приморские артисты исполнили вокальные и танцевальные номера. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.